Я прекрасно провела время. А интересно, как же дела у наших путешественников в Одессе? Думаю, вы тоже за ними соскучились, как и я. Давайте же узнаем. Одесса на связи! Привет, Ксюша, мы в Одессе. Тут фестивальное движение, все очень круто. Второй фестиваль Лиги смеха. Как оно было? Смотрим в сюжете. Привет, друзья! Съемочная группа программы в городе 512 прибыла на фестиваль Лиги смеха. Причинами, почему стоит ехать на этот фестиваль, с вами поделятся участники этого фестиваля. Для девочек здесь много красивых мальчиков, а для мальчиков здесь много интересных девочек. В моем случае найти себе парня, как вариант. Посмотрите на меня, а таких здесь, извините, девочек 200-300. Мне 31 год, мне никого нет. Понимаете, о чем я, да? Это ж не будет, да, по телевизору? Моя жена это не увидит. Очень много шикарных, прекрасных девушек. Незапланированный зимний отпуск. Поиграть в снежки, у нас много снега выпало. Этими теплыми эмоциями растопить этот снег. Потому что уже хотим курортный сезон, чтобы зарабатывать деньги. Да, Саша? Потому что людям должно нравиться смеяться, и потому что люди хотят быть вместе с другими людьми. Здесь собираются самые прекрасные люди, самые веселые, и только здесь, мне кажется, можно почувствовать всю атмосферу веселья. Просто. Здесь есть другие люди, и им будет интересно людьми с людьми. Если они уедут из своих городов, там станет меньше людей, и грипп умрет. Здесь очень весело, круто, много друзей, знакомых, и мне здесь нравится. Попасть в телек. Кто-то хочет телевизионного успеха, а кто-то хочет друзей. Ну, полечиться сюда уедут ребята, оздоровиться, то есть воздух свежий, водка холодная, Потапа посмотреть, себя показать. Классная, классная идея, мне кажется. Севоха и дружба. Ну, просто человеческие цены, и выпить можно, но я не пью. Честно, это там все дела, весело, короче, очень. Здесь много б***а. Это правда? Это правда? Здесь очень разговорчивый бармен. Я хочу видеть воду и внутрь как бы тоже чуть-чуть покрепче воды. Здравствуйте. Меня зовут Саша Полковников. Команда «Безысходность», город Припять. И именно про меня вчера говорил Наум Иосифович Баруля. Я больше так не буду, но это просто... Это не стресс, это просто хорошая актерская игра. Все поверили? Встретить старых добрых друзей. Вчера со всеми я и поздоровался, как бы. Потому что здесь надо выступать. Лига смеха – это повод номер один и повод номер два. Потому что это... лекарство для души. Как такое? И все. И оно уже вот в тебе бурлит, и ты приезжаешь и приезжаешь, и такой, класс. Здесь очень круто. Первый день прошел, а уже как будто неделя. Ой, тут так круто, тут так классно, тут так весело, прям ух. И, ну и, конечно же, там с нами увидеться, со всеми поболтать, пообщаться, сфотографироваться, приезжать. Это круто! А мы с Михаилом на этом фестивале не только в качестве журналистов передачи в городе 512, но и в качестве участников. Команда «Студия 512» представляла Николаев на этом фестивале. Мы выступили в первом туре, прошли во второй тур, где также выступили достойно. Как это было, вы увидите прямо сейчас. Thank you.
Золушка, я самый счастливый человек на земле и верю в чудеса. Ура! Почему ты плачешь, сынок? Это так неожиданно! Сынок, ты почему опять напился? Смешной фронтмен. Или два смешных фронтмена. Или команда из всех смешных фронтменов. Тогда 100% будет весело. Ребята, ищите гармонию. Гармонию во всем. Моя будет смешно. В принципе, все. Должен быть эффект неожиданности, мне кажется. Наверное, из песен и танцев и шуток. Нужно расслабляться и, как говорится, кайфовать от того, что ты делаешь. Чтобы было актуально, хоть немного современно, как-то поближе к народу. Ну и смешно шутить – это главный признак Лиги смеха. Во-первых, звукач из звукача, из приличной формы. Ну да, это Лига смеха, тут, в принципе, юмор не обязателен. Юмор и конфетти, да, и красивые глаза у девушек. Надо быть разноформатным, и тогда, наверное, это формула успеха. Should have some originality, a unique point of view is very important. A unique way of showing something, so a different approach, a different angle, I think is a good thing to have. And, you know, just have fun and show people that you're there to have fun. Треба мати образ в команді і навчити грати на баяні Юрія Горбунова. Ні, треба, щоб все було отрепетировано. Драйв. Энергию, чтобы выйти сразу с зрителя, схватить и не отпускать до последней секунды. Готовность к большому объему работы. Этой игре нужно отдаваться полностью. Много работы, энергетика и любовь к залу. Он должен просто быть бах, 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 отсюда, оттуда. То есть постоянно юмор должен сочиться из команды. Необходимо, чтобы в глазах ваших была уверенность, жгучесть, чтобы вы смотрели на каждого человека в зале и покоряли его. Має бути початок, кульмінація і кода файна. Файно сказав. Зал любить много хороших шуток. Должны быть болты, друзья. Болт – это шутка, которая заходит в разрыв. Должна быть еще финальная песня, в якій ты співаєш, як ти любиш Одесу, Лігу сміху, редакторів, команди і всіх людей на землі. Друзья, один из наших участников команды пообещал, что если мы не пройдем в гала-концерт, то он обязательно будет кувыркаться через весь коридор гостиницы, в которой мы живем. Смотрим! Я с командой заключил пари. Если мы проходим в гала-концерт, то кувыркается вся команда. Если мы не проходим в гала-концерт, то кувыркаюсь только я. Как вы понимаете, кувыркаюсь только я. Но в следующем сезоне будет кувыркаться вся Поехали. Команда. Только отойдите немножко, потому что... Друзья, и будьте уверены, что, приехав сюда, мы отнеслись к этой поездке максимально серьезно. Серьезная команда, серьезные амбиции, серьезные результаты. Не, ну, в принципе, нормально. Да. Я доволен. Пойдем.